Несчастный случай в двух шагах от подъезда произошел с Уфимкой. Жительница дома номер 6 по улице Бакалинская в темноте провалилась в неогражденную яму. Только чудом ей удалось вовремя оттолкнуть ребенка. Дело в том, что застройщик в таком состоянии сдал дома для проживания. Сегодня утром темно, света здесь нету вообще никакого. Они ничего не сделали, несмотря на то, что акты ввода есть. Сегодня женщина, проходя вот здесь в темноте, упала, ладно, не туда, минус 6, вот она сорвалась сюда вниз, там арматуру потом снимите, все. Она успела ребенка просто оттолкнуть, и слава богу, что здесь проходил один из наших жильцов, который успел этого ребенка взять на руки. По словам местного жителя, ЧП было неизбежно. Активисты с января этого года требуют закрыть ямы у подъездов Долгостроев, однако этого не происходит. Вот до сих пор ноль эмоций, сколько мы не просим. Фонд жилищного строительства. Мы уже закрыли глаза на все не те недоработки, которые внутри дома находятся. Мы закрыли глаза, что в квартирах полное безобразие творится. Но хотя бы здесь сделайте. Сейчас место происшествия ограждено сотрудниками службы спасения Уфы. Сигнальная лента будет висеть до тех пор, пока застройщик не устранит нарушения, а именно не оградит вход в подвальное помещение. На сегодня в 9:44 поступила информация о том, что девушка с ребенком упала в строительный приемок возле дома номер 6 по улице Бакалинская. Прибыв на место, значит, скорая помощь была уже здесь, оказывала первую медицинскую помощь девушке, предварительный диагноз. Сотрясение головного мозга и перелом голени. К счастью, малыш не пострадал. Девушку госпитализировали для дальнейшего обследования. Редакция сайта ufa1.ru отправила официальный запрос застройщику, фонду жилищного строительства Башкирии, с просьбой прокомментировать ЧП.